Добрый день, дорогие друзья! Es ist Gbib und Selmilkum. Сегодня 15 октября, день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Исследователи очень часто говорят, что Лермонтов один из тех поэтов, которому не смогли отметить ни столетие со дня рождения, ни столетие со дня кончины. Потому что столетие со дня рождения пришлось на начало Первой мировой войны в 1914 году, а столетие со дня кончины на начало Великой Отечественной войны в 1941 году. Михаил Лермонтов. Маемш персуна вахда русса ли матавш ли Михаил Лермонтов ува поэта у прозатур проминенти руссу, артисту драматургу тахила гбира. И шолейтияу келом инфлюенса энорми фульки тиба тасекли цаташ ошрин. Омо коль маруфа аль варьета виса та теми у мотиви та лирика. Сконт ли студиузе литеравии, иль поэта та контрибут, им предсабли аль формациони та романс реалистику та секлу цаташ. Михаил Лермонтов твилет фельхмисташ то тубру, та лельф тминмия уэрбаташ фель фамилия то фичьяль, кин им робби миннанту. Вар эдукационе Федар Лермонтов компла листу дитьяу фель кулеч таль университа та Моска, фейн инкидву леуэль поэзии. Имбат Лермонтов студия фль университа та Моска, перома градуаш. Эль популярита таль поэта джит, маль хруч таль поэзия, эль меут таль поэта. Таль эльф тминмия себа утлетин и дедиката Альмеут та Александр Пушкин. Михаил Лермонтов. Звезда. Вверху одна горит звезда, мой ум она манит всегда, мои мечты она влечет и с высоты меня зовет. Таков же был тот нежный взор, что я любил судьбе в укор. Мук никогда он зреть не мог, как та звезда он был далек. Усталых вежд я не смыкал, я без надежд к нему взирал. Кеугба, этыддисти лавахда, утыджбильни лея, флолита сема, дым ткуне тем лилельх сибиит, ткатар лиль хольм та эна, листес киндакль харс ханин, ликонтен хоп, блинкея та дестин, у атмарад батия, у кинем бит, пальдик листил лавахдания, им атмалат билея, лайнея ферм им татла, у контен харис лея, минайр эта тама. Парус. Белеет парус одинокой, туманим море голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный, просит бури, как будто в буре есть покой. Иль лух, ебай от вахдани, фичпар таль бахар кахлани, шите фиттеш в паис имбит, штела варайх фарте твелит, иль меуч йола, иль рих и венвен, улар блуйфа а уетауч, ле мушете фиттеш фарач, ла асат яхрап минну. Мерзу та ильма тахт кахлан, уфуу рач дебита шемш, изде ешенна дарибель, ал ураган, аж доннув мальтемпатий сип серхан. Атконки в смайту и традуционит, мелантология тияй таль поэзия русса. Всего доброго, дорогие друзья. Инсельмилькон.